Сегодня 2 января 2018 года. Я до сих пор скитаюсь по чужим углам, а преступники до сих пор на свободе. Сегодня ровно год с того момента, как в прошлом году мама записывала видео, в котором желала, чтобы я не был убит рейдерами. Сегодня на Красной площади в Москве. Я желаю то же самого тебе, сыночек, в этом году. Чтобы твой жилищный вопрос решился, чтобы ты мог продать свою комнату в коммунальной квартире на Кошкина 19, корпус 1, город Москва. Потому что там жить небезопасно для твоих здоровья и жизни. И чтобы у тебя появилось другое жилье, чтобы могли найти деньги купить тебе другое жилье, безопасно.